Привет! Привет! С праздником! Спасибо! Это передача «Дурни плюс один». Я так хотела к вам попасть! Вот и попала. Слава Богу! Что у вас за вопрос? Я уже боюсь. Вопрос следующий. Почему Снегурочка уже столько лет не беременеет? Но она же снежная. Она просто очень холодная. И поэтому никто с ней не хочет дружить. И все. Скажите еще раз, как дружат с девочками. Я не знаю. Ну, песню слышал? Там у нее все отморожено. Нет, не слышал. Не слышал? Авария. Ну, у нее просто все отморожено. Она же Снегурочка, поэтому не беременна. В смысле, репродуктивные органы отморожены? Ну, да. Ну, наверное, потому что Дед Мороз ее дедушка. То есть, в принципе, если бы она беременела, то только под Деда Мороза. Ну, не обязательно, в принципе. Она же на утренниках встречается с ребятами. Ну, да. С их родителями, с одинокими отцами. Почему? Не везет, значит. Наверное, потому что Снегурочка не беременна. А какие-то процессы происходят, что она должна беременеть? Кстати, я не уверен, что у нее происходят хоть какие-нибудь процессы. Ну так вот. Наверное, у нее нет секса. Можно без секса просто этот... По сексу нельзя. У нее нет половых актов. Нет времени, скажите, решил. Нет времени, да? Сказать нет времени у нее. Хорошо. Потому что Дед Мороз ее дедушка. А если он был бы ее отцом? Нет, ну что, это женцесс. Потому что у нее дедушка Дед Мороз. Может быть, у Деда Мороза что-то не то. Проблемы какие-то. Бывает, знаете. Не знаю. Там поговорили, что сначала барьером как бы стояло тем, что они внучка и дед, но когда уже как бы это... Знаете, сейчас такой мир, что внучка и дед, ну просто Дед Мороз импотент. Спасибо тебе, сынок. Наверное, по той же причине, почему Деда Мороза нет у жены. Потому что она старая и толстая. Снегурочка? Нет. Дед Мороза именно поэтому нет жены. Может, она скрывает свою беременность? Под одеждой. Почему же? Она же только на Новый год работает. 9 месяцев-то есть для беременности. То есть она как бы может отбеременеть, родить, да, и снова встроить. Да. Это правильный ответ. Яке прізвисько мав Дід Мороз у школі? Дід Мороз красний нос. Товстий красний ніс. Поморозко. З дівчатами він не дуже, так? Да, такий поморожений, тобто. Санта-Клаус, можна сказати. Жердяй. Жердяй? Да, жердяй його називали. Морозка. Морозка. Морозик. А як його погані хлопці називали? Дід Морозок. Хлопчаня Мороз. Морозович. Яке прізвисько мав Дід Мороз у школі, а Натаня? Так, я зараз перезвоню. У мене там пухлий пузирь. Вискочка. Запитання важкі, блін. Ложки. Це на кмітливість. Дід Мороз не навчався в школі. Хороша відповідь. Що празднують в Рождество? Рождення. Рождество. Що все-таки люди празднують Рождество? Воскресение Иисуса Христа. Он когда он воскрес. По-моему, вот они празднуют на Рождество, это Иисус Христос воскрес. На Пасху уже это рождение Христа. Рождество. Рождение кого-то. Я, честно говоря, уже не помню. Это не очень давно случилось. Кое-кто родился и с тех пор стали праздновать. Кто родился? Бог. Праздник. Не, в честь чего праздник? А, ну, как повод погулять. Рождество. Ну, типа, просто повисеть там, бухнуть. Рождество, ну да. Почему бы и нет? Лишь бы был повод. Буховство. В Рождество? В Рождество. Рождество? Рождество. Ну, да, но в честь чего праздник? Иисус Христос родился вроде. Правильно. Що об'єднує гірську дорогу і Новий рік? Гірську дорогу і Новий рік. Що об'єднує гірську дорогу? Да, зараз день не закінчиться. Веселощі. Ну, тобто гірська дорога досить весела, так? Як ми знаємо. Такі, да. Олені. Горки в Альпах, в общем, там спускаються і там дороги. І вони їх... Може бути. Зима. Сніг, гори. Новий рік. Напевно, що всі катаються на лижах. Ще подумайте.
тут Туронг будет, наверное. Що-що? Я не знаю. Ну, подумайте. Це на кмітливість. Дід Мороз. Ну, не знаю, Снігуренька, Олені. Сніг. 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 Це неправильна відповідь. Дід Мороз. Ну, тому що, мабуть, Діду Морозу треба по гірській дорозі добиратися на своїх санчатах. Серпантин. Та ладно! Перша відповідь правильна. Кегля розумна. Где находится Лапландия? Это вымышленная страна, ее нету. Это серьезно? В Арктике. Насколько я знаю, ее не существует, но... Ну, если бы существовало, то где было? Ну, где-то, наверное, на Северном полюсе. Там, где Санта-Клаус. Ну, территориально. Там, где Санта-Клаус. Территориально, где Санта-Клаус. В той же самой точке. Это выдуманная страна. И... Где-то на севере. Выдуманном. На Северном полюсе. На выдуманном Северном полюсе? Нет, Северный полюс существует. А Лапландия нет? Нет. Не знаю. Можете, сейчас я вас спрошу, как бы, ну, без вот этого вот смеха, ну, неловкого, просто не знаю, серьезно так скажу. Хорошо. Давайте еще раз. Где находится Лапландия? Не знаю. Это хорошо. Лапландия, наверное, там, где Антарктида, господи, Атлантида. Я не знаю, где она находится, так же, как Атлантида, поэтому, скорее всего, это что-то выдуманное. Что, Дедушка Мороз, по-вашему, выдуманное? Нет, Дедушка Мороз существует. И где же он живет? Он живет в Лапландии, где-то возле Гренландии. Где-то на земном шаре. Ребята, на любые географические вопросы в нашей программе вы можете отвечать именно так, как отвечает Маша. На земном шаре. По-моему, в Норвегии, может. Я сам, честно говоря, не знаю. Чому у Пушкіна в дитинстві не було ялинки? Сім'я бідна була. Не знаю. Ну, Пушкін маленький з тими кучерявими, та я а ялинки нема. Чому? Він був бідний. Мабуть, тому що він був з бідної сім'ї. Вони бідно жили, бідна сім'я була. Це неправильна відповідь. Яка правильна відповідь? Тому що у нього була няня. Місто ялки. Тому що він, у нього є предки африканські, мабуть. Чому у Пушкіна не було ялинки в дитинстві? Він не любив Новий рік. Бо він наполовину африканець, ефіопіс. А там не святкують. Він був, може, бідний там. Але няню ж мав? Няню? Да. А хто таке сказав? Ну, я думаю, вона в нього була. Напевно, тому що Пушкін жив десь там, де не було ялинок. Чем занимается Дедушка Мороз летом? Алексей, вы всех так спрашиваете таким голосом? Отдыхает. Гуляет, загорает. В Лапландии. Точит Саню. Точит Саню? Наверное, находится в летней спячке. Спляч. Короче, спит. Не знаю, отдыхает. Отдыхом. Все отвечают. Работает. Где? На стройке. Занимается он тем же. Он, наверное, собирает подарки. Собирает еще письма, может быть. Те, которые подарил, обратно ездит, забирает. Снимается в рекламе Клеросил. И у Дедушки Мороза ведь никогда нет прыщей. Да. Действительно, кстати, толковый ты парень. Он никогда мои подарки не приносит, те, которые я хочу. А если просить дедушку как бы о двух подарках, вот оргазм или 80 долларов, вы бы какой хотели? Пусть будут деньги. 80 а долларов. А будут деньги, будет и... Подарки, может, сделает, пингвинов выгуливает. И олень. Ну да. Как олень делает, знаете? То есть? Ну как он делает? А, знаю. Знаете? Вот так. С чего это взял вообще, непонятно. Який годинник на морозі йде швидше? Вот это у вас вопрос. Це фізичне запитання. Ніякий? Або є правильно. Механічний, механічний. Кварцевий якийсь? Ну, можливо, електронний. Можливо. Теплий. Новогодній. Учителя. На морозі. Морозний? Так, морозний годинник. Морозний, добре. Той ще найдорожчий. На морозі? Наш. Так. Ядерний, наверное. На морозі на Діді Морозі чи на морозі? Ну, як ви скажете? Компас? Ой, ні, зараз. Песочний. Так. Та-дам! Почему католики празднуют Рождество 25 декабря? У вас написано Новый год.
Ну, просто они не знают календарь, у них неправильный календарь. Ну, потому что по календарю Господь Бог родился вот 25 декабря. А мы 7 января празднуем. А мы? Ну, мы другие, иные. Их не Иисус, наверное, 25-го родился. Потому что они католики. Другая религия? Не другая религия. Я не знаю, вот честно, не знаю. Может, вера другая из-за этого. Католики знаете, кто такие? Нет. В общем, это сложный вопрос, и это не для моего ума. Я не знаю, как на него ответить. Просто они, наверное, раньше бухают, чем мы. То есть, в принципе, у тебя все на этой теме завязано? Да. Может, у них календарь другой? Що вигукує Санта-Клаус? Хо-хо-хо. Правильно. Хо-хо-хо. І го-го-го. Це лошадка так. Хо-хо-хо-хо-хо. Я скоро просто на ту роботу з Санта-Клаусом. Я ще не вивчив ту річовку. Я всіх вітаю з святом. Саме Санта-Клауса це от вигукує українською мовою. Ну, на англійській тільки. Хіп-хоп корей. Хо-хо-хо-хо-хо. Ей. Неправильно. Думаєте? Хо-хо-хо. Майже. Одну букву трошечки втратили. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо? Хо-хо-хо. 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 Правильно, ні. Боже, ви перші відповіли правильно. Гей-гей. Неправильно. Хо-хо. І ще раз. Хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо, ну. Так, клас, ура. Підкололи мене. Обніми дедушку. Обнімите дедушку. Обнимите дедушку. Обнимите дедушку. Обнимите дедушку. И вот так еще. Обнимите дедушку. Обнимите дедушку. Если вот. С Новым Годом! Я смотрю «Дурни плюс один». Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим!